Всем привет. Что-то как-то поздно зеленка пошла. Но, тем не менее, время для походов начинается. Шашлыков и всего такого. Хотя палатки еще доставать рано, но, тем не менее, ребенок уже требует. Вот. Скоро начнутся рыбалки, прогулки для ножиков. Тем, кто в теме EDC, это знакомо. Ну и вообще лес, природа. Это здорово. Так вот, к чему я все это? Если вы уже собираетесь на шашлыки там или просто пойти погулять в лес, там, в парк, в какой-нибудь, не нужно оставлять после себя горы мусора. Во всех парках есть урны, куда это можно все выкинуть, собрав с собой. Ну или если вы идете уже в лес, то позаботьтесь о том, чтобы у вас был мешок для мусора, который вы потом благополучно утилизируете, либо упаковка, которая быстро разлагается, а такая есть на многих туристических маршрутах, ее можно просто прикопать. Поэтому с собой лучше взять какую-нибудь небольшую лопату. Такие вещи, как пластик, очень долго разлагаются, ну и очень сильно засоряют любой лес. Ну и уж тем более не стоит после себя оставлять вот такое. Ну просто жесть. Стекло также очень долго будет разлагаться. Поэтому убирайте за собой, не будьте свиньями. Чтобы потом другим, которые придут, не пришлось искать другое место, а могли остаться на уже том месте, где вы посидели. Потому что там чисто. Там с ребенком можно посидеть, пожарить чего-нибудь, там перекусить. Вот. А не начинается поход с тех вещей, как обычно. Ты приходишь и начинаешь за кем-то убирать разный мусор, чтобы потом на этой же площадке отдохнуть самому. В общем, как-то так. Не будьте свиньями. Вы это делаете в первую очередь для себя. Для того, чтобы в следующий раз прийти на чистое место после вас.